Доброе утро всем. Гуте морген. Вот прилетела на дачу перед работой. Мой муж вчера купил помидоры, пару штук. Мы хотим досадить. И смотрю, что он мне тут еще накупил. Посмотрите, я прилетела, чтобы они не высохли, потому что вчера допоздна работала. Он сам у меня допоздна работает, но вчера поздно вечером год завез сюда. И надо срочно-срочно садить. Опять петуни купил. Я хочу там кое-где посадить. Надо срочно-срочно поливать. Посмотрите, какая красота. Цветочки вот такие вот тоже. Вот они. Вон те цветочки, они хорошо цветут. Потом помидоры мне привез. Это хорошие такие помидоры. Вот, посмотрите, сколько они стоят. Один куст этих помидор. Сейчас я вам даже покажу, чтобы вы вот видели. Вот. Вот этот вот помидор стоит сейчас 5 ойров 49 центов. Вот один. Они большие, такие мясистые. Вот они. И потом. А этот помидор. Ой, подождите, пожалуйста. Это мелкие помидоры. Маленькие такие, они как желтоватые. Один вот 3 ойра 59 центов. Вот один. Сейчас я срочно-срочно посажу. Потом. Это лиметы. Знаете, что такое? Это такой, как синий, как лимон. Вот этот вот, как вам сделать, вот сюда поставлю. Это он как лимон. Он добавляется там соки, потом делают коктейли с него. Вот он. Минзель. Вот он. Его везде тоже вот это вот добавляет. Так. Потом. А вот цену что-то я там не увидела. Потом что? Вы помните эту ягоду? Мы на нее говорили немецкая ягода, когда вот жили в Казахстане. Вот одна, вот эта вот желтенькая такая, она из кожуры выходит, кожура такая вот сухая такая, суховатая. Вот одна стоит 3 ойра 59 центов. Вот она. Сейчас тоже срочно, я срочно посажу. И еще одна такая вот тоже стоит 3 ойра 59 центов. Это значит, он мне, подождите, 3 штуки. Вот он мне 3 штуки купил, и сейчас я срочно буду садить, срочно прям. Потом ведро малированное или эмалированное. Вот тоже. Мы знаете его куда хотим. Тоже надо помыть. У нас вчера дождик был. Мы хотим поставить, пока муж у меня еще не стал делать это. Ну, такой вот барбекю, вот такой он хотел тут все закрывать снизу, да? И вот поставим это ведро пластмассовое, берем и поставим том, потому что нам надо все, чтобы было по цвету, чтобы все подходило. Оно как раз подходит к умывальнику, это ведерко. Потом в шпюлинг, ну, вот к этой плате он подходит. Потом там крышку муж, которую сделал, чтобы накрывать эту шашлычницу, чтобы туда ничего не летело. Она просто подходит. И вот он поехал и купил. Сейчас это значит, у меня время есть еще 40 минут. Я вот это все посажу, а потом приеду сюда на проверку. Посмотрите, как все пошло. Я так переживала за эту траву, но я думаю, ну неужели тут останется вот такая дырка незаросшая? Вот все растет. Все растет, все классно, все хорошо. Посмотрите, какие помидоры у нас. Сейчас я досажу. Кто-то мне вот там писал, за помидоры надо садить в ряд. Да, спасибо большое. Я просто, знаете, вот смотрю у соседа, у него тоже в ряд посажено. Ну, я в следующий раз я так и сделаю. Может быть, где-то еще сейчас я их... Где-то я еще сейчас их посажу, но в ряд не получится. Может, туда вот досажу, мне это два помидора, потому что у меня еще тут помидор. Потом тут я сейчас что-нибудь сделаю, потому что капусту мы потихоньку вырываем. Я вам говорила, я вырвала капусту, а у меня там муравьи прям вот прям на корне. А так все окей, все хорошо, все зашло. Картошка тут еще две осталось, чтобы она зашла. Но в следующий раз я буду тоже садить в ряд и не так. Раз, два, три, четыре. А по 5 штук буду садить. По 5 штук буду садить. Сейчас я посмотрю, куда те мне эти лимиты посадить.
Потом вот эту минзу, там два куста. Это когда вот, тоже когда вот, ну, я не знаю, кто водку добавляет, вот эти вот листочки специальные, ну, чтобы для запаха, в коктейли добавляю. Сейчас я ее тоже сюда посажу. Сейчас я найду, потому что у меня там везде все цветами засажено. Такими луковицами. Я луковицы туда садила. Так. Ну, помидоры я не нарадуюсь. Какие они сухие, вялые были и желтые. Сейчас прям на них приятно смотреть. Ну, ладно. Поехали работать. А, виноград я тоже я не подвязала, не успела. Тоже к нам гости поприходили. Никак не могла. Мы сидели, общались, разговаривали. Такая погода была у нас хорошая вечером. В воскресенье как раз. И не успела. Может быть, на этой неделе, на эти выходные я работаю. Может быть, потом после работы подвяжу. Так, ну, поехали работать. Так, посмотрите, что у меня получилось. Так, здесь у меня минза. Вот она, я сюда посадила. Здесь вот это вот три куста этой оранжевой этой ягоды. Вот она. Три штучки. Вот она какая. Вот. Потом сюда я посадила, значит, в ряд цветы. Вот они. Так, сейчас я вам покажу. Значит, вот сюда вот я в ряд посадила цветы. Потом, вот здесь у нас три розы, да? Кто смотрел меня в начале видео, когда я их сажала? Пока они вырастут, они только листики пустили. Я здесь решила по три цветка, короче, в два ряда посадить по три цветка. Очень смотрится красиво. Вот, посмотрите, какая красота. Они еще разрастутся, эти петунии, как вот эти вот будут. Они поползут. И будет очень красиво смотреться. Потом помидоры я уже посадила, полила. Сейчас я вам покажу. Так. Тот огурец, надо мне теперь его выкинуть, но у меня просто времени нету, надо на работу ехать. И вот этот вот помидор, и в тот маленький. Вот эту за три, сколько я вам говорила, он стоит, они такие мясистые. Вот они, вот эти, они, за, извиняюсь, говорила за 3 ойра. Они, один кустик стоит 5 ойров 49 центов. Они очень мясистые, а это маленькие. Вот, подождите, 3 ойра. 3 ойра 59 центов, по-моему. Я его даже не, тут, не сюда посадила. Но ничего, я его пересажу. Нет, это я с другим попутала. Ну ничего, ничего страшного, пускай привыкает к помидорам. Так, собрала уже мусор. Вот, еду на работу, потом приеду сюда. Большое-большое спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Я буду очень рада. Всем пока. Чусь.